Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. А я хочу поделиться с вами биржей levycoin.net. Она настолько проста в управлении, что мне так она понравилась. Ну, просто супер. Регистрация здесь простая. Вам придет письмо на почту, нужно будет это все подтвердить. И запишите, запомните свой логин, пароль и обязательно пин-код, так как он нужен будет при выводе средств. Это его надо установить, все это и на листочке где-нибудь запишите. Вот. Значит, ну вот баланс. Как бы, да, я вот, у меня нажат баланс. Здесь очень много криптовалют. Заметьте, даже есть, во-первых, USD, евро, рубли и платежные системы. Вот нажимаю вот пополнить. И капиталист, Perfect Money, Payer, Advanced Cash. Платежные системы. Нажимаете, пожалуйста, и переходите. Вот мне главное Payer, что есть. Вот это. Это, конечно, добро. Так, далее что? Ну, монет очень много. Посмотрите, сколько здесь множество всякой монеты. Значит, вот эта галочка зеленая, значит, кошелек работает нормально. Вот этот кружочек, кошелек временно выключен. У меня был, вот я переводилась, хотела сюда перевести биткоин кэш. Он был у меня временно тоже выключен, как бы, да. Ждала дня 3, наверное, чтобы пока включить. Вот только потом уже перевела. И вот мне вот монетка моя надо. Тоже вот у меня выключен. Так как я на с крана со своего не слезаю, вот с этого Faucet Crypto. Вот у меня здесь, конечно, вот Neo, вот эти все монетки, они как бы присутствуют. Я все занесла. Все с биржи адреса. Значит, как узнать свой адрес? Нажимаете, какая вам выбираете, нужна криптовалюта. Нажимаете пополнение. И ваш адрес. Копируете. Адрес копирован. И вставляете, ну, вот, как я в данном случае, я вставляла на кран. И также вывод. Нажимаете на вывод и выводите. Или же, если вы хотите обменять, вот здесь вот смотрите, треугольничек, какая вам нужна криптовалюта. И, пожалуйста, перейти к рынку. Вот монета на BTC, на USD, на Ethereum, ну, вот на любую монетку. Вот у меня здесь монетки мои. Я собираю с крана. Stratis, Blackcoin. Ну, биткоин это у меня остатки, я их выводила. Так, и вот еще монетка Big. Вот это. Но это вот у меня все вот с моего, вот с этого крана. Вот она. Вот эта монета. Я вот ее тоже все с биржи. У меня адреса забиты здесь. Значит, и что хочу сказать по поводу комиссии. Довольно-таки не сильно высоко завышена комиссия. Значит, я все раньше пользовалась Virx. Вот. Вот этим кошельком я сейчас перешла с Virx вот на эту биржу. Я хотела вывести, что вот эту монету перевести на биржу. Значит, отправить. Здесь очень большая комиссия. Смотрите, 0.05. Это комиссия. Здесь на моей бирже. Вот Stratis. Вывод. Нажимаю. Здесь комиссия. 0.201. Ну, есть разница, согласитесь, правильно? 0.05 или 201. Вот. Далее. И биткоин. Что еще по биткоину? Потому что это все буду потом переводить на биткоин, естественно. И мне интересен биткоин. Значит, вывод. Тоже комиссия. Смотрите. 0.305. Это 50 тысяч выходит. Переходим на Virx. Вот. Я ничего не хочу плохого сказать про этот кошелек. Кошелек очень хороший, и я с ним работаю, потому что я сюда перевожу монетки. Потому что на бирже как бы нет некоторых монет, и я пользуюсь, естественно, Virx. Значит, отправить.
Вот 0 точка комиссия 201. Это 100 тысяч, а там 50 тысяч. Ну, тоже, согласитесь, разница есть. Вот. А на Вирексе, конечно, я им пользуюсь. Я ничего не хочу сказать плохого. Я собираюсь сделать верификацию. Все, Бог часу не дает. Я вот здесь что? Я редкоин вывожу. Вот у меня уже 41 монета. Вот, а здесь тоже как бы нет ее. Так бы я, конечно, на биржу вывела. Вот. Ну, монет очень много. Ну, вот вроде кратенько так рассказала. Здесь что у нас? Смотрите, здесь реферальная ссылочка будет. Кому интересно, я оставлю под видео. Вот. Партнерская ссылка, история транзакций. Здесь я все с крана пополняю. Ну, мои ордера, тарифы, лимиты, обменные пункты. Здесь вот обменники. Вот очень много. Биржа очень, она проста, ну, до такой степени она проста в обращении, в использовании. Ну, я не знаю, для чайников, наверное. Вот. И, пожалуйста, вот нажимаем. И что вот я вот буду ее продавать? Страт BTC надо. Или на USD, или на Ethereum. Нажимаете, и вас сразу автоматически перебрасывает на торговлю. И вот что вы захотите. Вот. То ли купить, то ли продать. Вот. Это уже ваше право. И также здесь вот, вот тут колонка. Выбираете любую валютную пару. И LTC, ну вот Litoshi, USD. Пожалуйста. Вот. Что-то не кликается. У меня грузит. Ё-моё. Вот. У меня комп. Кому интересно, ребят, пользуйтесь. Очень хорошая биржа. Я, конечно... Не, ну я отсюда никуда, конечно, мне понравилось. На этом буду заканчивать. Вроде так все. Здесь игры, ну здесь я... Это мне не надо. Вот счета, реферальная программа, тариф. Ну это я вам уже показывала. IP, обменные пункты. Ну, выход, русский язык стоит. Вот. Ну, вот такая вот биржа. Сами поклюкаете, посмотрите, почитаете. Мне очень она понравилась, конечно. На этом все. Всем удачи. Больших заработков. Пока.